Здравствуйте! Сегодня хочу вам рассказать про азалию японскую рубинетта. Азалия рубинетта – это лиственный кустарник высотой от 20 до 50 сантиметров. Имеет густую форму кроны с многочисленными побегами. Растение имеет полувечно зеленые листья. Азалия и также имеет простые соцветия красного цвета. Цветет в мае, предпочитает полузатененные места и умеренно влажную почву. Наиболее опасным для азалии является пересушивание почвы. Поливать растения нужно обильно, так как при недостаточном поливе листья начинают отпадать. Азалия отлично смотрится как в одиночных, так и групповых посадках и используется в изгородях, каменистых и вересковых садах.